Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Вероны Шумиловой. Композиция называется «За что их судить?». Музыка исполнения Самвела Крумовича, «Седла жившая поэзия». Слушаю я сердце, не пойму, не хочу выискивать препоны, но тогда зачем и почему сердце два устраивает звоны? Но тогда зачем и почему сердце два устраивает звоны? Что за сила плаха не для них? Казни твои вместе не боятся. Слышишь, мир для любящих двоих будет тьма огнем святым казаться. Слышишь, мир для любящих двоих будет тьма огнем святым казаться. Запрещай, суди, на казнь веди, не разлучишь их поедины. Там, в своей восторженной груди, Господа, любимый, хранимый. Там, в своей восторженной груди, Господа, любимый, хранимый. И за что судить? Вина их в чем? Встретились однажды, полюбили, два ключа бросали в водоем, но достали и опять звонили. Два ключа бросали в водоем, но достали и опять звонили. Как им жить и как их понимать? Маленьких невинных строго судят, их за что судить и линчевать? Слышишь, мир, они друг друга любят, их за что судить и линчевать? Слышишь, мир, они друг друга судить и линчевать. Слышишь, мир,
любя. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фомович. Музыкальная композиция «Экспромт». За что их судить? Стихи Вероны Шумиловой.